Всем привет. Значит, такая информация. Пришли равоны. Вот R4, R3 Nexia, R2. Значит, он уже пришел под заказ. Два их пришло, и их уже купили. То есть завтра люди будут их забирать. И еще вот такая вот черная Nexia R3. И сейчас потом на улице покажу. Уже пришли Джентра Равон, но они еще 15 года до рестайловой. То есть в чем суть? Машины, как сказали этим представители, вот их нужно продавать. То есть вот она еще Део стоит, и там сейчас на улице покажу, стоит Равон, тоже Джентра, но она еще 15 года. То есть люди сказали, что эти тоже машины нужно продавать, поэтому пока не видать вам новых Равон Джентра. Ну что, значит, завтра уже их подшаманят, почистят там все дела, поставят вот эти вот, поставят ценники уже здесь, все, и тогда уже можно будет, наверное, в субботу приедем, посмотрим и снимем. То есть вот это, допустим, вот на ручке, вот та черная на автомате, и вот это тоже на ручке. То есть уже просили, чтобы снять и тест-драйв, и уже в полной версии на автомате. Нужно понимать, что только-только салон открылся, это раз, и машины везут из Узбекистана. Поэтому в нашей глуши не так быстро все это будет происходить. Как-то так. Ну, сейчас пойдем на улицу. Вот, видите, такой простенький салон. Сейчас пойдем на улицу, покажу эти равоны 15 года. Ну и вот такие выглядят простенькие ключи. Сейчас просто покажу разницу. Вот видно, да? Здесь все одно и то же. Вот ручка, видно, да? То есть ручная коробка. И сейчас мы снимем машину с коробкой автомат. Видите, да? Довольно-таки оригинально сделано. Это вот такой кружок. Глянцевая вставочка. Ну и вот здесь тоже все то же самое. Ну, давайте попробуем здесь пройтись. Вот видите, тоже такие ключи простенькие. Угу. Тут еще ничего не настроено. Звук. Меню. Вот такой простенький экранчик. Но это уже будем в субботу разбираться тогда. Все, пошли смотреть на улицу. Ну вот он, Равон Джентра. Вот она 15 года, и пока, к сожалению, только такие машины будут. Видимо, их тоже уже как-то продавать, поэтому частично их тоже рассовывают, скажем так, по таким дилерам. Ну и для сравнения, вот видно, да, Део Джентра. Давайте сравним. То есть две машины черного цвета практически ничем не отличается, только этим значком, и все. Такие же фары, все то же самое. И решетка, все идентично. Даже здесь видно SX, SX. Машина стоит 524 тысячи, 15-й год. Кстати, на автомате. Вот так. Такие колеса. Ну что делать? Где она стояла, я не знаю, но видите, тут уже все немного ржавчина появилась. Сзади дисковые тормоза.
И, значит, Равоны уже совсем новые, наверное, где-то будут только через месяц, как мне сказал представитель. Вот, поэтому начнем, значит, делать обзоры с Равона 3 и с Равона 4. Ну и, дай бог, еще R2 привезут. Вот так. Все, всем.